Вот мои родные, не вызывало солнышко и пошел дождь. Видите, дождик идет. Я лежу и слушаю шум дождя. Так классно. И слушала музыку, и так. И думаю, поснимаю вам немножечко дождик, как облака плывут. Хотя не очень видно, или видно, или не видно. Мой телефон, короче, не дотягивает, чтобы показать. Вот вся крыша мокрая. Вот весь, вся плитка внизу мокрая. Мне кто-то написал сейчас из подписчиков. Забыла, кто. Лена, по-моему. Говорит, погодка классная в Питере, но обещают дожди. А я ей пишу, уже идет дождь. И смотрю, правда идет дождь. Думаю, не собрала. Видите? А, еще мне кто-то написал, почему у вас в коммуналке нету людей совсем. Такое чувство, что вы там одна живете. Нет, посмотрите мое видео предыдущее, вот, которое буквально там 2 или 3 дня назад. Так там я ругаюсь с соседкой, она мне говорит, что это вы тут фотографируете? Я вам вызову участковую. Я говорю, да, пожалуйста, вызовите мне участковую. Я хоть с кем-то пообщаюсь, а то мне общения в жизни совершенно не хватает. Вот. И чё, ничего, она со мной уже здоровается. Когда позавчера поздравляла меня с 9 мая, а вчера что-то там мне говорила еще. О том, что я дежурная. Оказывается, я дежурная, должна там полы мыть в коридоре, в туалете, в ванной и на кухне. Вот, на этой неделе, в общем, я дежурю. Мы тут в коммуналке, как в давнишние времена, дежурим каждый. Ну, как в общежитии, в общем. У меня все спрашивают, как вы там живете? Тяжело, наверное, еще что-то. Я не знаю, мои хорошие. Мне кажется, когда приходится выбирать, а жить на улице, например, или вот в таких условиях, ну, наверное, я преувеличу. Вообще условия очень даже нормальные. Мне нравится. Вот подруга моя дорисовывала своего фараона ночью. Видите, он как икона. Она вот здесь дорисовывала вот эту косичку. Так красиво она стала, как объемная. Вот такой фараончик. Так что у нас тут схлестнулся и Египет, и Венеция, и все-все-все. А, и Коктебель. Сейчас покажу Коктебель. Вот он. Тут я сижу. Эта подруга нарисовала меня и подарила мне эту картину. Вот так вот. А это ее как том, или как это, костюм. Не знаю, как по-русски называются. Типа, как ее сестра. О. А мне вот это нравится очень. Классное. А многим нравится вот это. Вот это. Тут человечки. Есть такая песня про оранжевых человечков, я помню. Но песню не помню. Вот такая у нас погода, видите? Я вам 2 недели снимала солнышко в Петербурге. Такого вообще не было, наверное, в истории Петербурга за все 300 лет. Вот, а сейчас дождик идет. Видите, какая красота. Буду лежать дальше, слушать музыку. И, может быть, стих какой-нибудь напишу. Волшебного вечера, мои хорошие. Очень-очень-очень люблю вас. Пока-пока. Обожаю вас. У меня что, машинка стирает? Надо пойти посмотреть. Хотите со мной сходить? Пойдемте. Я тут только что пол помыла, еще вода у меня в ведре. Тут тоже всю посуду понамывала. Все. Может, кого-нибудь увидим? Чтобы вы не думали, что я одна живу в коммуналке. Вон там кто-то стучит.
Видите, кто-то там стучит. Не хочу идти нарываться. Но машинку посмотреть надо. Так что буду прощаться с вами. Пока-пока. А, я уже вас целовала. Там у меня еще второй этаж, где подруга спит. Все.